Это было 5 дней назад. Помню, что по дороге в Сен-Мартен он все болтал и болтал о себе. Урок истории о жизни Дойла. Ну, мое полное имя Шеймус Дойл. Ну, знаешь, Шеймус, так звали моего отца. Это довольно странно, потому что отца я никогда не видел. А мама моя настоящая работяга. Однажды заставила меня мыть посуду в 3 часа ночи. Вообще она готовила, пальчики оближешь, но вот этот запах... Она однажды поймала мою сестренку, та целовалась с каким-то парнем. Парень любил поболтать. Думаю, у меня больше нет вопросов. Все, что ты сказал, очень важно. Сержант Харцог, вам стоит передохнуть. Придется пройти несколько миль, прежде чем мы сможем отдохнуть, сэр. Долго же ты болтал. Много мыслей накопилось, Сэм. Имя и звание? Капрал Сэм Корион, сэр. Как прошла встреча с полковником Маршалом? Ну, знаешь, наплел ему всякого. Да, я тоже. Надо нам книжку написать. Бейкер и Рыжий через огонь и в воду. А почему не Рыжий и Бейкер? Меня же сделали сержантом раньше тебя. Справедливо. Если доберемся до Англии, куплю тебе виски. Я люблю виски.